Ребят, мы почти прибыли к каменоломням. Сейчас я вам покажу, какая тут стела на въезде. Это поворот на село Горняк. Вот. Смотрите, весьма замечательное такое, как я бы сказал, что-то немножко римское есть в этом. То есть там такой титан мускулистый держит каменную глыбу, но все честь по чести, короче. Очень прохладный денек, жары след простыл, все это, конечно, хорошо. Хорошо и все остальное. Хорошо, что есть YouTube, хорошо, что есть я. Хорошо, что я еще молод и относительно, может быть, и здоровье еще есть. Хорошо, что есть люди, которых мы любим. В общем, за все это, да, возблагодарим мы провидение и привидение. Вот, и сейчас, значит, мне, конечно, очень хотелось бы туда попасть, на эти каменоломни, ребят. Очень бы хотелось. Ну, поняли, короче, вы увидели его в деталях. Но не хотелось бы туда в одиночку идти. Но, наверное, придется. Потому что, друзья мои, опыт моего блогерства показывает и продолжает показывать, что никому нахрен не надо, кроме меня самого. Но это тоже, собственно, универсальная истина. Никому не надо, кроме тебя самого. Слушай, вы это же уже тоже все много раз слышали. Сейчас, кстати, я еще мимоходом посмотрю, я там бордюр задел при выезде из Вирджинии. Посмотрим, не повредил ли я себе там бок. Мама им родная, это еще что такое? Вот это точило, это я понимаю. Где-то я тут что-то цепанул. Вот этим боком, но ничего не видно. Ну ладно. Пойдем. Пойдем дальше. Сейчас я буду все снимать. Там будет скамейка в духе Бабы-Яги. Вот. И, как говорится, сейчас будем все наблюдать в прямом эфире. Смотрите. Так, секунду. Смотрите следующее видео. Стоп. Все, погнали.